І два. І. Ентен. Но если она атаковала и ее блок контона защитился, и бесполезно ему дальше идти, видимо, давит, то здесь создается что? Новое усилие, энергия. И использует это усилие, вот что? Его рука перенаправляется в другую цель. Да, еще поставь. Вот, хочу. Давай. Да, да, еще, давай. О, видел? Да, как огниво, как дождь, как быстрее продавить. Да, великолепно. А теперь он успел. А, нет, вот здесь еще не дрожит. Вот здесь, вот здесь. И он, вот, да, вы не снимай руку. Рука ровно. Вот так. Мамаш, колено, колено. Вот усилие взял его и урмаваш. Да. То есть это не отдельные техники, а это вот именно, как знаете, кофе, три в одном, да? Это два в одном. А три в одном. Техники удара, но везде она так. Нельзя возвращать. Так. Ты вернул. Ты вернул. Маваши. Урмаваши. Маваши. Да. Опять согнул. На каждой технике. Раз, два, три. Примем какая техника? Ты цуй и что? Я. Да. А если он встанет в технику вот такую, смотрите. Вот в такую. Открой руку. Здесь у него что? Уракен. Что еще? Ты цуй. Атоши, Гиданбарай. А здесь что он подготовил? Хайта. Ведь хайта отсюда нанести нельзя. И отсюда тоже. Нельзя. А видим мы эти положения в катах? Да. Пани где построил? Да. Для хайта. Для шуто. Вообще, да? А кто из них применяет эту технику? Подготовка для ударов руками. Здесь ноги держат. Подготовка для удара открытой рукой и закрытой рукой, да? Здесь какая техника? Шуто. А моя? То есть здесь сразу выходит понятие, что блоков не существует защиты. И атак не существует. Есть что? Атака. В ней же и защита ваша, и атака. Понятно? Смотрите.
работает, да? Что это? Атака шуто или атакуй? Или атака по руке, атака... Не делай то ничего, атака шуто, цуки. Делай то что, ну что-нибудь, цуки. Я согласен, я защищаться не буду, потому что он что будет? Давайте. Но форма такой. Я атакую. Да. Я атакую. То есть моя защита превращается в что? Вот так вот. И здесь, если у него сильнее, моя слабее. Или он что? Хитрее. А я. И, да, вот здесь идет уже искусство. А так, конечно, здорово. Кизами-гяку. Здорово. Кизами-гяку. Здорово. И поэтому мы видим. Я меняю. Для него удивление. Удивление? Для него удивление, он этого не видел. В Хианах есть такое положение. А? Хианидан. Около пояса. Начальник. Раз, два. Подготовка около уха. Раз, два. Подготовка около верха головы. Раз, два. Подготовка около этого уха. Раз, два. Подготовка сзади. Раз, два. Ну, сложно готовиться. Да, давай, Вова. Хиан, куда дальше? Сюда. Да, открыто, да. Куда дальше, Вова? Сюда. А? Да. Да. Сюда, да? В этой форме мы что видим? Я поворачиваюсь к нему. Он не торопится. И вот это нормально. И при том, когда я поворачиваюсь к нему, я что? Я подготавливаю руки. Это рука для чего? Для защиты. А это? Да, защита. Защита, захват, удар, если надо. Вот, смотрите, другая техника уже, другая форма. Не такая. Не такая. Вот она. Я говорю, я предлагаю вам ударить Майгери. Не, смотри, не в голову, говорю, голову ты смотри здесь. Я предлагаю вам ударить Майгери. И он что? Как нормальный охотник, атакует, я делаю гол. Великолепно. Но здесь он сразу атакует что? Два удара в голову. А я должен что? Пойти вперед. Здесь что? Неувязочка. Но если мы знаем, что есть техника НД, и ручка впереди для чего-то, мы ее применяем. Раз. Атака. Два. Три. Стой. Четыре. И вот что? Остановка рук. Для того, чтобы вызвать его. Атакуй. Второе. Техника, если он такой. Атакуй. Техника НД. Я защищаюсь уже здесь. Потому что если оно руки, он зовет ко мне. Затем я должен сделать шаг вперед и захватить его, потому что он так улетит. Ручку так открываю, да? Да. И затем что? Атаковать. У нас манаджер все классно работало, да? Майгери. Там, там. Правда, там еще как-то сделал простую технику. Это вообще великолепно. Кидан барай. Конечно, рука не здесь, а вот здесь будет, да? И цуки будет бить не так, а что? А может бить цуки вот так. Средней дистанции. По ней же сделают, да? Тип удачи. Переходы, как у цудачи. Все. Четыре блока.